подписчики и те, которые хотят к нам присоединиться. У кого не было так, что мало времени, а хочется что-то вкусного? Итак, у нас пирожки за 5 минут. 5 минут мы не уложимся, чтобы их приготовить, но, по крайней мере, все смешаем за 5 минут. Нам понадобится 300 мл кефира, пол чайной ложки соды, 1,5 стакана муки, соль по вкусу, 3 штуки вареных яйца, 2 сырых яйца, зеленый лук 1,5 пучка и масло для жарки. Вот эти все ингредиенты мы сейчас смешаем в одну миску. Кефир должен быть комнатной температуры. Он должен постоять как минимум час на столе. Потом мы с вами будем добавлять соду и соль, чтобы сода с солью соединилась с кислой средой кефира. И дадим постоять буквально 2 минуты. Не засняла я тот момент, когда тут все уже вот было в пузырьках, даже немножко уже перемешала. Ну ладно, ничего страшного, вы увидите, что реакция пошла. Начинает немножко пениться, как будто кефир. Теперь мы добавляем, теперь точно все. Муку, наши яйца и наши яйца вареные зеленью. Все аккуратно перемешиваем. Получилось тесто, концентрация такая чуть гуще, чем для оладушек. Сейчас мы разогреем сковородку с маслом и будем обжаривать. Каждый раз я ложку мочила в стакане воды. И вот так вот аккуратно формировала свои а-ля пирожки для ленивых. Жарим. Чайник уже закипает. Предвкушение того, что буду есть пирожки. А, они как не схвачат. Потому что любитель делать вилкой. И следующая партия пошла. Первую сторону я обжаривала без крышки. Вторую сторону я обжаривала уже с крышкой. Вот они такие вот воздушные, вкусные. Знаете, вот ни в одном видео я вам не говорила. Приготовьте обязательно. А сейчас я говорю, пожалуйста, приготовьте это обязательно. Это очень вкусно. Запах обалденный. Делается очень быстро. Итак, вторая партия пошла. Это правда очень вкусно пахнет. Одной рукой это неудобно, но я очень постараюсь. Посмотрите, все пропеклось. И яйцо, и зелень здесь все есть. Все в одной кастрюльке замешали, и все. Поэтому, пожалуйста, сделайте эти пирожки. Это очень вкусно.